картауз, рыжий ус, ищет. А у меня сегодня копеечка. Первый. Что-то он там роет. Кто это? 1/4. Самый белый. Ах ты, усатик. Усатик. Что творит, а? Усище настроил. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Казачок. Ага, у меня. Моя прелесть. Зелененькая. Ой. Итак, реби, карантин. Другасик у меня усатый в средневековье копает. Я говорю, ну и копай свое средневековье. Рыть там слишком много. В находках ни хрена не смыслю. И тут я решил пройти вдоль старого ручья. Бабац! Обручальное колечко. Какой-то мужичок потерял. Баба, наверное, ему леща дала. Хорошего дома. Обручалочка. Копай. Картауз, рыжиус, копает где-то вот там, в свое средневековье. А у меня, бабац, крестик. Вот такой вот гнутенький, но профиль идеальный. А, моя прелесть. И совсем неподалеку, бабац, 3 копейки, зелененькая. Пожалуй-ка я здесь задержусь, моя прелесть. Моя прелесть. Может быть и хрень какая-нибудь. Алису колоя. И это, ха-ха. Малышечка, копеечка. Ой. Непонятно, кто это, но, скорее всего, по толщине копеечка. Моя прелесть. Усатому не дозвонился, где-то там парища своирует. А мне вот такая вот деньжище попалась. Хорошенькая. Думаю, будет. Малышка. Там где-то картауз, рыжий ус копает свою средневековье, я иду к нему, и бабац, тоже какая-то хренька попалась, украшалочка с чего-то. Ну, думаю, будет ясно. Картауз, рыжий ус, мщищий. Блин, мусор. Настроил сегодня по средневековью. Металлолом собирает. Это все? Металлолом собирает. Леска, кольцо. Это древняя леска, что ли? Да, да, ебки. Древнее некуда. Да. Вон, Серёг. И все? То есть одна монетка? Две монетки. Крестик обломанный. Нет, там еще целый, только сейчас нашел. Улица? Нет. Что за улица? Вон, крестик целенький. Ой, улица такая? Да. Прикольно. Крестик. Сейчас, после твоего звонка. Ты усищи-то получше настраивай. А вон эта монетка. Вон. Малышка-то? Да. А это кто? Да, это Николашка. Ну что, сворачиваемся? Давай. Обломок крестика. Кто, говоришь, вот это? ВРП. ВРП. Великий России Петр. Ух ты. Так, ну вот еще. И, пожалуй, на сегодня все.